Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Николай Цискоридзе в новом интервью рассказал о непростых отношениях в Большом театре. Несколько лет назад артист попал в скандал, защищая свою подопечную Анжелину Воронцову. Тогда балерина публично обвинила худрука театра Сергея Филина в харассменте, он оказывал на нее давление. Это был не первый случай, когда на него жаловались подопечные. Однако после этого Воронцова подверглась жесткой критике как внутри балетного сообщества, так и со стороны публики. Девушку буквально травили. Одним из немногих, кто за нее заступился, был Николай Цискоридзе. Артист даже не побоялся вступить с Сергеем Филиным в открытый конфликт, несмотря на то, что с юности восхищался его талантом. По словам танцора, коллега предложил ему также надавить на Анжелину Воронцову, мол, она же девочка умная, должна понимать, что после определенных действий у нее все сложится. Николай Цискоридзе буквально опешил от подобной просьбы друга. «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно», — заявил он Сергею Филину. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.